Свое исполнительское мастерство продемонстрирует 40 человек, а конкурс продлится 2 дня. Сегодня посоревнуются ученики детских музыкальных школ и детских школ искусств, а завтра наступит очередь студентов. Конкурс в таком формате проводится уже 7-й год. В этот раз среди участников пианисты из Липецка, Воронежа, Саратова и Пензы. Однако большая часть детей из Тамбова и области. Тем не менее, конкурс направлен прежде всего на то, чтобы поддержать именно детей и молодежь нашего региона. Он имеет статус регионального, хотя и открытого конкурса. Это дает возможность детям нашей области принять участие, получить какие-то места. Даша – опытная пианистка. Свой талант и технику девушка уже показывала в Москве, Волгограде, Казани и Чебоксарах. Теперь уроженка Саратова покоряет Тамбов. В программе юной пианистки Бах и Метнер. Уже сейчас Даша готовится к поступлению в Гнесинку. Люблю слушать Мендельсона. Играю как раз-таки его концерт второй. На прослушивании недавно играла, прошла. С оркестром буду играть в нашей Саратовской филармонии. Да, это тоже третий раз уже я, получается, прохожу прослушивание. Из концертов, выступлений и конкурсов состоит жизнь пианиста-исполнителя. Но невидимой частью айсберга под этим лежит колоссальная работа с педагогом и репетиции. Для юных музыкантов конкурс – еще один повод испытать себя. Павел Герасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, «Область новостей».